Студенты Югорского государственного университета прошли отборочный этап всероссийского соревнования от студзачета Ассоциации студенческих спортивных клубов к значку отличия ГТО. По его результатам будут сформированы сборные команды, которые представят вуз сначала на региональном уровне, а затем и на всероссийском. Состязания, кстати, проходят в нашей стране во второй раз. В прошлом году его участниками стали студенты из 67 регионов. Программисты тоже умеют отжиматься. Это доказала первокурсница факультета информатики и вычислительной техники Валентина Слектина. И 23 раза не предел, утверждает студентка. Никак не готовилась, я всегда готова. Я занималась волейболом и каждый день на тренировках отжимались по 20 раз. Тренер бы меня убил за то, что я сейчас так мало отжалась. Это только отборочный этап. Сейчас студенты по всей России сдают зачет Ассоциации студенческих спортивных клубов, а проще говоря, облегченную версию ГТО. Пока нужно выполнить только 5 из 11 нормативов комплекса. Первый норматив – это подтягивание, бег, прыжок и растяжка. Ну, еще там на выбор 3. Я выбрал это прыжки на скакалке. Все планирую на золото сдать. Я чистый любитель, профессионально не занимаюсь. Но перед нормативами, конечно, я начал работать над нормативами. В свободное время подтягиваться, бегать, разминаться. Ну хорошо, прогресс есть. Те, кто показал лучшие результаты этого тура, пройдут на региональный, а затем, возможно, попадут и на всероссийский этап. Финал студенческого фестиваля ГТО соберет самых спортивных в сентябре в Челябинске. У югорских студентов есть все шансы туда попасть. Это, конечно же, хороший опыт для студентов также, но отбирается 16 лучших университетов на всероссийский этап. В прошлом году мы попали в эти 16 лучших университетов, попали на всероссийский этап. Думаю, что в этом году у нас студенты набрали более такие сильные, ловкие и быстрые. Поэтому, думаю, мы сможем снова отстоять честь нашего университета, города и округа. Всероссийские старты студентов проходят второй год подряд. В прошлом сезоне в них участвовали 36 тысяч молодых людей из 226 вузов и 67 регионов. В этом году гораздо больше. Уже 80 регионов включились в соревнования. Так что борьба за лидерство предстоит серьезная. Анна Щеброва, Сергей Вояшко, Вести Югория, Ханты-Мансийск.